используют генераторы для установки. Через энергетическое поле. Похоже, он подпитывает поле энергии от генераторов. Все в пути обли. С другой стороны. Летишь на свет, хотя знаешь, что он тебя убьет. Если не вырубить эти генераторы, я и близко не смогу подобраться к Таймс-сквер. Тебе до меня не добраться, Человек-паук! Если ты хоть шуточку соображаешь, ты убежишь без оглядки! Продолжаешь по... Человек-паук! Не мешай! Через энергетическое поле. Похоже, он подпитывает поле энергии от генератора. Эти генераторы, я и близко не смогу подобраться к Таймс-сквер. Все каунты обречены. С другой стороны. Через энергетическое поле. Похоже, он подсоединяет поле генератора. Если не вырубить эти генераторы, я и близко не смогу подобраться к Таймс-сквер. Все каунты обречены. Тебе повезло, что ты твой страх. Продолжаешь позориться, человек! Вперед! Я не буду тебе мешать! Я не пройду через энергетическое поле.
как свет хотят! Зря ты не сбежал, пока ты можешь! Тебе ты умрешь! Ты выведены из строя. Таймс-сквер, я иду. Я тебя предупреждал. Поздно! Я узнаю этого парня. Что же с ним случилось? Кого-то напоминаете? Макс Дилан? Ты даже не помнишь. А говорил, что я стану твоими глазами, ушами. Называл себя напарником. Теперь вспомнил. Да, я так сказал, и это было честно. Ложь! Ты бросил меня! Бросил там. Позволил им ранить меня. Я был один во тьме. Макс, я не знаю, что с тобой произошло. Я вижу, тебе больно, но не могу помочь, если ты не позволишь. Тебе плевать. Макс, блокируй меня повсюду. Мне жаль, что тебе пришлось пострадать, но это не причина самому становиться злодеем. Больше там все!
сначала мне... А как ты в компьютерные игры играешь? У тебя что, система все время падает? Меня не забрать! Убью тебя первым! Прикасаться к нему смертельно опасно. Надо воспользоваться паутиной. Слушай, я знаю, что у нас тут битва, а ты не... Телефон зарядить можешь? Я туда больше не... Мои паутинострелы совсем не любят электричество. Случилось, повлияло на твою психику. Но есть люди, которые могут помочь. Есть такие учреждения. Нет! Так говорили врачи! Все они делали мне больно! С этим покончено! Я лишь хотел, чтобы люди меня заметили! И теперь они заметят! Я буду сиять во тьме, пока они дрожат в тени! У тебя серьезные проблемы с самооценкой, верно? Лучше я умру, чем вернусь!
Нет, паутина не выстреливается. Нужно быть осторожнее. Сначала мне тебя было жалко. Нет, меня не забрать! Остался без паутины. Вроде у тебя нет проблем с электричеством. Что ж ты такой темный? Придется какое-то время обойтись без паутины. Слушай, а как ты в компьютерные игры играешь? У тебя что, система все время падает? Паутина стрел испорчена. Без паутины. Страшно подумать, сколько ты платишь за электричество. Паутина стрел сломался. Все хотят меня ранить, но я первый их раню! Импульс парализовал мою паутину. Слушай, я знаю, что у нас тут битва,
А ты мне телефон зарядить можешь? Паутинострелы совсем не любят электричество. Сначала мне тебя было жалко, а теперь нет. Действительно, очень жаль парня. Он стал жертвой. И если он рассказал правду о Рейвенкрофт, то там нужно срочно навести порядок. Оскорб финансирует тюрьму. Может быть, Гарри поможет? Да. Мистер Осборн, вы были правы. Фиск выкупает акции Оскорб для силового поглощения. Но пока вы здесь, я уверен, все будет хорошо. Да, пока я здесь. Я получил ее, сэр. Сыворотку Ричарда Паркера из Паучьего Яма. Но каждый раз она дает серьезные побочные эффекты. Серьезнее самой смерти? Мне нужен любой шанс. Все, убирайся! Доктор Кафка, так и должно быть. Нет, я прекращаю.